Доброй ночи. Сейчас 1:30. И, судя по моей одежде, вы должны понимать, кто победил в Славутиче. Итак, предварительные итоги выборов в Славутиче на выборы президента Украины в 2019 году. Первое место. Зеленский. 4387 голосов. 37,55%. На втором месте Бойко. 1850 человек проголосовало за него, 15,8%. На третьем месте Порошенко. 1427 человек проголосовало за него, 12,2%. На четвертом месте Тимошенко. 1135 голосов и 9,7%. На пятом месте Смешко. 800 человек проголосовало за него, 6,8%. Ну и остальные кандидаты президенты на последующих местах. И это не первая апрельская шутка. Это предварительные итоги выборов в Славутиче нового президента Украины. Итак, как вы понимаете, по славутической версии, финал, точнее во второй круг выборов, вышли Зеленский и Бойко. Но реально мы будем смотреть по тому, кто победит по всей Украине. Пока результатов по Украине нет, они будут вероятнее всего, что часам к 12, может быть к часу, а может быть даже не к 1, а ко 2 апреля. А нам остается напомнить вам, что всего в Славутиче приняло участие 65% избирателей, это больше, чем на предыдущих выборах президента, и всего проголосовало 11682 избирателя. Спасибо всем, кто пришел на выборы, спасибо всем, кто пожелал отдать свой голос. Особенно спасибо тем, кто приехал специально ради выборов из Киева. Благодарим за участие в выборах. И спокойной ночи, если вы сможете уснуть.